Клеточное питание – это еда, это не БАДы, не лекарства, это современная еда восьмого поколения. Если мы кушаем, да, мы должны получать энергию. А вот обычную еду, если вы заметили, когда вы кушаете, вы не получаете энергию. Да, вы чувствуете сытость в своем желудке, но как таковой энергии вы не получаете. Да? Хочется вам сразу спать, когда вы плотно покушаете, вам хочется спать, полежать, отдохнуть. Вот. А это вот еда такая, что она дает энергию. Вот поели эту, значит, эти продукты, вот этот вот саксас-дэ, это вот утренний продукт. Его заменяем вместо завтрака, заменяем завтрак. Вот мы не кушаем обычную еду утром, а кушаем вот саксас-дэ. Саксас-дэ – это в виде суспензии, в жидком виде, значит, 20 мл. И в этом продукте есть все, все необходимое для нашего организма. Насыщаем мы не желудок свой, а именно клеточки наши, так как наш организм состоит из клеток. Вот. А если у нас клетка не сыта, то начинаются всякие болезни. Вот. Поэтому обычной едой мы насыщаем только желудок, да, у нас наполняется желудок. Вот. И в клетку идут совсем маленькое количество полезного. Вот еще непонятно, что человек скушал, да, с утра. И всего 10% усваивается нашим организмом и доходит до клеточки. Но клеточка должна получать все микро-макроэлементы, которые нужны для здорового человека. Но то, что мы едим в обычной еде, обычную еду, если мы едим, мы недополучаем. Наша клеточка недополучает полезные компоненты. Поэтому я вот приняла для себя решение, что буду кушать именно клеточное питание, которое наполняет не мой желудок, а мои клеточки. Мои клеточки оздоравливаются, а мертвые клеточки просто выводятся. Вот, и как бы еще рождаются новые клеточки, да, у нас здоровые новые клеточки. И вот это вот дает буквально этот продукт Success Day. Здесь вот сертификаты халяль, веган, кошер, качество GMP, ICO. Здесь все натуральное. В этом составе есть дигидрокверцетин, арабиногалактан, микро-макроэлементы, овощи, фрукты, грибы. Вот, дигидрокверцетин, если вы не знаете, то это очень мощный природный антиоксидант, который производится, берется из корней деревьев, лиственницы, ели, сосны, кедра. Вот, из таких деревьев, значит, вырабатывается дигидрокверцетин. А деревья хвойные, если вы знаете, они живут очень много лет. От 200 и до 800 лет. Деревья долгожители. И поэтому дигидрокверцетин тоже дает долголетие. Если мы кушаем клеточное питание, если в нашем клеточном питании есть дигидрокверцетин. А в основе всех наших продуктов клеточного питания и фитоаптеки, вот, фитоеда, это в баночках, вот во всех этих продуктах есть дигидрокверцетин. Вот в других компаниях, например, нету такого, чтобы в их БАДах, да, чтобы был дигидрокверцетин, нету такого, потому что, значит, наша компания выкупила производство дигидрокверцетина. Вот только в нашей компании есть дигидрокверцетин в самой высшей очистке, 98%. Вот поэтому, если вам интересно, если у вас есть проблемы по здоровью, то обращайтесь, я помогу вам заказать. У нас доставка более 100 стран мира. Вот, наш интернет-магазин, он молодой, ему больше 8 месяцев. И за это время у нас сотни-сотни тысяч людей по всему миру уже кушают наши продукты, уже попробовали продукты, кушают на постоянной основе и получают свои результаты. А результаты вы видите в моей ленте. Если полистаете, то вы увидите там всякие разные результаты по здоровью. И, возможно, вы там найдете такие результаты, которые помогут вам и вашим близким. Потому что вот это питание, это дневное, да, Success Day, это ночное питание, Success Night. Его мы кушаем ночью. Success Night, то есть это ночной продукт, тоже халяль, веган, кошер. И здесь все есть для ночного сна, чтобы человек спал спокойно, чтобы во время сна, значит, успокаивались нервы. И во время сна мы получаем, восстанавливаем свою энергию. Высыпаемся за очень короткое время, просыпаемся уже бодрыми, без вялости. Представляете, вот такой продукт. Обычно вот, если вот кто-то, люди не кушают клеточное питание, да, например, утром человек очень это трудно встает, хочется поваляться, полежать, особенно зимой, да, на улице холодно, представляете, что на улице холодно, не хочется вставать, вот. Ну, тоже на своем примере, когда я раньше еще не кушала клеточное питание, вот, очень тяжело было вставать утром. А вот с этим продуктом очень легко встаете утром, просыпаетесь с улыбочкой, встаете, вот, и уже бодрая, бодрость чувствуете, хочется что-то делать, вот. Очень легко встаете, и, значит, нервы успокаиваются, получаете детокс, ходите в туалет каждое утро, вот. Во время сна вы стройнеете, потому что он весь кишечник, весь желудочно-кишечный тракт, он прочищает, выводит вот, все токсины, шлаки, все выводит. Вот такой продукт, он очень уникальный, натуральный, без концентратов, без химии. Вот, тоже ягоды, грибы, овощи, значит, нету сахара вообще, вместо сахара здесь подсластитель, стевия называется такое растение, вот. И эти продукты вообще без сахара, здесь ни грамма сахара нету вообще, без концентратов, без канцерогенов и так далее, никакой химии, значит, натуральные продукты клеточного питания. Вот, поэтому всем рекомендую.